Так, 25 смотри, сентября. Когда сваю забиваем, мы ее поддерживаем вот так вот, чтобы она заваливается. Ну, поддержим, он бьет ее, а она отходит, и я держу. Всегда так делали-то. А тут она ее, видимо, дергала, и гвоздик-то выдернула, и лопата бы сбулькала. На кого? Мы сегодня вот сделали такое. Принесли грабли. Грабли оказались короткие. Я их связал с палкой, привязал и прибил. И вот сейчас оттуда мы уже с утра самого доставать пытались. Куда она? Она могла в воду упасть и так это, об воде-то изменить направление. К самому подтягивай. Все равно почувствуешь как бы. Ну что-то цепляет, а что? Я не знаю, что там. Звенит железо об железо-то. Да. Она... Мы уже тут все обшарили. Тут не почувствовали. Если бы то ли деревяшка, была... то ли железо. Вода теплая, мы бы сразу достали. А сейчас никак. Вода холодная, у меня ноги ничего не чувствуют. Вчера снег покрыл землю, сегодня растаяло. Что спрашивают, уже 25 сентября. А 27 воздвижение, как отец говорит, сдвижение, вся тварь по норам. Змеи, ежики. Нету? Ну, что-то вот. Ну-ка, поднимай кверху. Еще грабли утопим. Вон сколько. Вов какой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Дай-ка я это подержу. Иди, захвати. Туда в сторону откинешь, да и все. Вот. Это же вот грабли-то, вот смотря на какая высота-то кверху-то, гляди. Выше меня еще метр. Ну, то есть она где-то метр 2,70 примерно. И вот я ее толкаю, гляди, она вся уходит туда. И там ил. Вот она держит. А что там держит? Ну какая-то деревяшка, видимо. Деревяшка, корни. Корни, ну. Ну вот эти вот веточки разные там. Сбулькало. Тапочки, говорит, веселые, лежат на самом дне. Кино такое было. Нету. Тогда мы привязали, я взял большой магнит. Отложим до лучших времен. Сегодня нам некогда. И вот магнит. Ну, мы решили попробовать. Я привязал его. Оно там зацепило, порвало. Чуть и магнит не потеряли. А вот он магнит. Молоток лежит. Вот. А в воде работает? Нет. Ну, мы попробовали лопату. Она лопату поднимает. Да. С черенком. Вот она. Слабовато. Видишь, она берет его. Поднять, конечно, трудновато. Но она, вот она. Видишь, подцепила его. Но лопата тяжелее, конечно. Но если бы это была лопата. Вот лопата лежит, вот такая широкая. Она по всей этой ширине она лучше берет. Мы уже испытали это дело. Вот она. Ну, вот здесь, допустим, она бы ее перевернула. Ну, даже здесь. А в воде-то она легче лопата. Вот она. Так она с ручкой тяжелее. Магнит очень сильный. Но не получилось. Сейчас дальше забиваем свой. Вот мы забили. Сколько свай здесь? 3, 4, 5, 6, 7. Дальше засаманили. А берег получилось как? Бобры, вот они, подкусывают. Сейчас покажем, там нора рядом. И вот так по трассе идет. Вот посмотри. Вот на нору начинаем раскапывать. Он ее прокопал, и вот так вдоль идет. Метра 4-5 свободно. А вот где вылез. Вылез на конце. А когда вода поднимается, она сразу прорывает это. Ну и посмотри там. Видно, нет? Видно. Вон она. Ну, мы его заберем сегодня, потому что, ну, нету никого. 4 выдры поймал здесь, эти андатры. И вот сейчас мы перекрываем ход. Сейчас у нас время нет и сил нету. После обеда начнем засаманивать. А сейчас пока бьем. Вот он, большую сваю. Давай, самая высокая. Ил идет. Две кувалды. Кувалда одна еще подъемная, у меня ноги ничего не чувствуют.
Вон еще на них. О, это мои ноги. А что, резиновые носочки, носочки больше не лезет. Сапоги дырявые. По этим ходишь, вот покосили, а она как шила. Сразу сапог проткнула. В воду уже не залазишь. Давай. Это маленькая кувалда. Во. Я вот так держу. Как бы не... Она ее уходит и дергает лопату. Не слетела. Так, теперь берет большую кувалду. Большая кувалда. Более вот она вся железная. Аргумент. Так, подожди. Мы надеемся весной. Вон где у нас пирс был, смотри, насколько дальше. Березы вот эти, это все были насухо, на берегу. А на береза-то насколько погрузилась. Почему? Потому что уровень уже мы подняли очень сильно. Еще хотим сантиметров на 50-70 поднять. Вот так. И там, где пирс был, лед-то поднимается. Весной-то она в любом случае выше-то. Его выдергивает, он кто-то нырнул. Видишь, какие круги пошли. Видно. Или это карп играет, или вы... Ну, выдру она бы вынырнула. Выдра я называю андатор американская. Тоже покосная тварь. Крыса водяная. Индейцы ее любят сильно, говорит. Глиной обмазывают, запекают и едят. Ну, нам хватает. Так, теперь что? Володя, давай опускай вот этот. Рядом. И вот здесь вот что я, почему долбим-то здесь? Дальше туда, вот она, трава нависла. Они прокопали нору и уходит туда. Вон она. Не достанешь дна. И она уходит туда, нора. А как ее прекратить-то это? Мы забиваем. Дальше начинаем саманить. Ставь рядом. А тут забивать так? А? Ну рядом, давай, рядом, на той стороне. Такая вот работа. Тут даже Андрей сказал, говорит, мы как-то подумали, вот который год вы все бьетесь. И бесплатно. Бесплатно-то бесплатно. Только нынче мне трактор, все обошлось 220 или 230 тысяч. Только нынче. В прошлом году, позапрошлом месяце, за все больше миллионов вхайдакал туда, в землю. И все делаем бесплатно. И трудящийся достоин пропитания. Ну и старается, кто арбуз принесет, кто ковришки какие-то спечет. Мы не голодные. А в деревне силы мало. Давай. Давай сейчас. Попробуй. С той стороны зайду. А это вот колышки сажали, и вот она додали ростки. Становись на ту, если удержишься. Если туда рухнешь, ты отработался. Сразу домой бегом. Видишь, ростки дала это. Сломай эти веточки сбоку. А они никакой роли не играют. Давай сюда, все. Все. А потом сено, сено, глина и долбить. Вот она забивается ниже уровня этой, но мы все это поднимем. Нам главное там под водой засыпить. Мы просмолили ее этой отработкой сзади, вон, покажи, она грязь какая. Думаем, что он ее есть не будет. А круги-то по земле идут, вон она, видно, что отмачивается. Давай-ка, да хоть немножко. И думаю, что весной не должно вырвать их. Почему? Потому что с одной стороны будет вода, с той стороны не будет земля. А там со всех сторон объемлет. Ну а тут только... Так, ну и все, считай. Все нормально. Сейчас еще, стой там. Мы
Вот для чего это все показываем? Люди, которые... Ух, сколько, как глубина какая-то. Эти вот палки посадили, они дали ростки. Корни будут цеплять землю, скреплять. Ну-ка, Володя, попробуй. Там что-то уперлось она опять. Ну, там деревяшки какие-то. Везде корни. Надо маленько воткнуть. И далеко. Во. Я ее сейчас подтяну маленько. Подожди-ка. Вот сколько это работы. И таких, это называем пломбу. Там 8-10 свай. А потом таскаем сюда. Вон откуда привезли сено и глина. Сено и глина. А потом толочь надо. Все время. И таких где-то пломб, может быть, 10 надо поставить. Дальше. Надо нащупать, куда тянет. И тогда задержать. Вот тут явно дело, что уходит под низ, как бы нора. А потом будем прокапывать, доставать и всю эту нору затрамбовывать и проливать еще смазкой. Сильно нас обижает это. Я их так любил, а сейчас... Не рад даже, что они поселились тут. А когда поселились, я даже ребятам наказывал, он осинку любит, осинку спилили, принесли ему около его хатки. О, не сойдет? Смотри, Володя, чтобы кувалду не утопить. Все. Крепко? Да. Ну вот смотри. Так, что здесь? Еще можно попробовать. Еще нужно. Опа. Давай. Вот она какая. Это, ну, 18 сантиметров примерно диаметр. Ее надо в лесу найти. И вот сейчас мы заготовили 110 свай. Только на эту. Ну, нынче не менее 500 свай у нас ушло. Ну-ка, подержи маленько. О, лопата-то какая, видишь? Непростая, она как бритва наточенная, чтобы рубить большую траву. Ладно, давай, бей. И потом вот это вот сейчас пространство, все надо забить. Вот сейчас мы покажем одну пломбу, как делаем. Теперь эту кувалду. В этой кувалде дырку просверлить обязательно. И веревочку на руку. Если дерни, так вместе с ней улетишь. Вот на корабле ремонт делаешь, покраску, когда на корабле. Ну, там такие леса, висящие, как трап. И каждый молоток привязан к руке. Просверлено. Кисточки, все привязывается. Чуть-чуть упало в море. А там глубоко в море. О, где моя сила? Я бы помог. Да нет. В прошлый раз один отказался у нас тут делать это. Ну, я начал долбить-то в горячах-то. А на завтра не могу ложку удержать в руке. Уснуть не могу. В плече везде все вывернуто. Руки-то все калеки. Благодаря нашим доблестным органам, компетентным. Изуродованы руки, все. Как я судился, и там Тен, ректор юридического факультета, с мэром города договаривались. Дескать, Лапкину руки, ноги уже не вставить. Ну, давайте закончим этот суд. 11 лет судился, и я его выиграл, что у меня изъяли. Два домика в центре города получил в частную собственность. Все. Сейчас еще забиваем. Что, какие? Короткие, длинные? Да у нас длинные-то где? Были бы. Ну, тащи. Давай.
Давай на лопате повезем. Бери вот эту два. Они короткие. Они короткие. Поставь. Показать, как мы делаем. Вот оно ставит на лопату. А я дальше лопату тащу. Потому что она намазана, а кончик не намазанный лопатой. Ну, антисептик назовем его. Я ее везу ее. Вот. А теперь я ее поднимаю вот сюда. Все. Воткни маленько чуть-чуть. Ее неудобно бить будет сейчас. Она почти утонет сейчас. Ну, сколько забить? Нам лишь бы до уровня воды добить. А дальше мы засаманим. Все. Давай. Прямо отсюда бей. Маленьким. Вон оно. Нет, а я... сюда нельзя никак. Вот тут видишь, из-за чего делаем-то. Все под низ уходит и под нее. Теперь надо. Ух! Под эту, под дамбу идет. Все прогрызли. Видишь, какие они струдяги. По ноге не ударь, смотри. Угу. Больше никак, да? Сейчас я уйду отсюда. А с той стороны нельзя зайти? Ого. Вот это сейчас сделаем и покажем, как дальше саманим. Выдавить воду надо и туда забить пломбу. Эту каверну уничтожить. Сейчас, подождите. Поэтому не ударь рукой. Еще 5 раз ударь. Раз. 2, 3, 4, 5. Вылазь. Сейчас я тебе подам. Подожди-ка. Где оно там? Давай-ка принесем штуки две. Они уже покороче. Еще какая? Вот это вот самая длинная. Длинно это, мы длинно забивать нельзя, а тут в воду уходит и выл. Потому мы не знали, какой здесь. А мы их обрезали по тем, равнялись по тем прудам. А тут получилось не так. Даже совсем не так. Большая часть уходит под воду. Ну-ка давай, маленький. Сейчас мы ее сведем отсюда, она нет. Поближе к березе. Вот его здесь забиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шестая свая. Никак. Ну-ка это сверху попробуй. Это все скрыто. Вот люди говорят, делать нечего в городе. Езжай в деревню. Да смотри, какое озеро сейчас стало большое это. Глянь. Ты не сам не нырни с аппаратом-то. Отодвинься. А там дальше видно храм. Вот от меня зайди. Игорь, вклад. Батюшкин дом. Поясняй. Синяя там это... Дьякона закрытый. Сено. Дьякон. Храм. Склад. Где-то батюшка там. Ну? Это и есть батюшка.
Дьякон дальше там. Вот батюшка. Такая прямо на место. Зачем вытащил ты? Поближе к ней. Ну ладно. Вот так. Вот так, втыкай. Нет. Поближе, поближе. Вот так, поближе к этой, к дамбе. Давай. Маленький. Эту отпилить бы надо. А она может сгодиться длинной держаться. Руками держать не будешь, тут невозможно, да и по руке может тяпнуть. Все, теперь сверху надо. Вот сколько здесь разных операций. У нас опыт теперь. Притом опыт очень большой. Это мы, что у нас, мы забивали сваи где? Рыжковский раз. Здесь два, храмовые три, это лагерные четыре. На Костровом мы не забивали, или забивали пять. А это второй мостик шесть. Самый большой свай проглотил второй мостик вместе со шлюзом. Там сотни, наверное, две ушло, больше. Вон он как идет. Давай еще. Еще парочку свай. На, втыкай. А я сейчас побольше, длиннее тут найду. О! Самая длинная, какая была тут. И вот сейчас будем саманить. Сразу нам сено потащишь. Давай. Ой-ой-ой. Сопли-то выжимает. Руки мокрые. А у меня тут палец отрубленный. Он совсем мерзнет. Не рухни только. Ниже. Давай, 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 давай. Так, этим будешь бить? Ну, сейчас, попозже. Сейчас. Ну, да, тогда вот эту вот большую мы ей завершим. Иначе тут никак нельзя по-другому. Где они прогрызли, мы там и так делали, везде запечатали, они больше там не делают, в другом месте. Ну и постепенно, а пруд точен, метров 150, больше-то нету, 200. Ну и вот теперь посчитай, они друг на друга не лазят, примерно 15-10 диаметр свая. Сколько их нужно? Так это все мы перекидываем, несем сюда. Каждая свая запиливается с четырех сторон, чтобы вон они какие лежат. Смотри, сколько впереди. Это надо сейчас смолить. Думал, что запасем на весну, ничего подобного, уходят. Давай отсюда. Вот эту вот. Недалеко? Нет? Далеко, конечно. Поближе, прям вплотную надо. Вплотную вот, к этой. Вот здесь, вот. Нормально. Давай. Сейчас. Пошел. Иди, поднимайся. Подожди-ка. Ну-ка. Стоп. Давай.
теперь этим ударь и сразу принеси этот. А, надо еще, Володя, будет. Надо еще будет этот. Здесь. Под низу. Нет, вроде бы здесь. Непонятно. Ладно, давай. Сейчас. Видишь, на чем торчит? Забитые сваи теперь, там не подойдешь, а теперь подойти можно. Тут грязь, не грязь, уже не смотришь. Лопата утонула, не можем достать. А Курск утонул, как легко ли это было? Подставили его, может, специально. Как говорят, договорились, чтобы одни нам уступили то, а другой. А там кто он дальше? Кто там ходит? Не знаю. И кто-то пошел туда. Прямо так широко шагает. Ты видел, нет? Да. Кто-то там это такой. Ну кто там? Даже предположительно не знаешь кто. Поливать сейчас не поливают. Что-то там ищет. Батюшка, если приехал, зачем его проверить? Так, вылазь. Что? Идите срочно несите сейчас сено. И начнем, сейчас я тебя возьму. Сеном начнем сразу же саманить. Больше не будем, да? Нет, не будем. Все. Все. Все.